Talk with Lawrence J. Dobré utro. Dobré utro. Белая рубашка грязная, чёрная рубашка. Доброе утро. Доброе утро, Лоренс Джей. Да, доброе утро, Лапшина. Кто это Лапшина? Кто вы? Хочу знать, кто вы. Доброе утро. Окей. Начинаем наш йога-так сегодня сразу, потому что это полчаса, что у нас есть вместе, он очень быстро идет. Спасибо, что вы здесь. Сегодня моя мама на день рождения, поэтому send her your love, пока ее Instagram открыт, потому что, мне кажется, если будет много людей, кто и ей пишет, она как-то будет стесняться и она переключает это все. Но пока это открыт, say happy birthday. В Канаде будет 5-го скоро. Уже, наверное, 5-го. 12 часов разница, поэтому она станет утром. И... Ну вот, окей. Yoga talk. Если вы помните, вчера мы разговаривали, yesterday, we talked about, как то, что мы не знаем, that which we do not know, is so much more important, гораздо более важно, чем что мы знаем. Собака. У меня тоже день рождения. Happy birthday! Как тебя зовут? Настя, да? Happy birthday, Настя. То, что мы не знаем, that which we do not know, спасибо. То, что мы не знаем, гораздо более важно, чем что мы знаем. What we know is so much less important than what we don't know. И наша практика, наша йога-практика, она поддерживает это. Я объясню как. I'll understand how our yoga practice informs this. Потому что есть такое слово на английском, это слово inquiry. Давай увидим, как это сказать на русском. Inquiry — это расследование, расследование, investigation. Запрос даем себе. Привет, привет. Привет. И наша йога-практика — это прямо расследование. It's an inquiry into ourselves. Мы вернемся в себе. Ну, как-то момент мы идем на коврик. Конечно, мы найдем наши самые как-то любимые йога-учитель, потому что они создают такое пространство, где нам комфортно делать расследование, идти внутри себя, хотя бы на какой-то уровень, как-то чувствовать свое тело, чувствовать наше дыхание, как-то растягиваться, чувствовать более свободно, двигаться. И это уже, я не знаю, вы заметили, and this already, if you've noticed or not, это практика, когда мы практикуем отпустить то, что мы знаем. Мы отпускаем то, что мы знаем уже, когда мы идем на коврик, потому что на коврик сразу появляется расследование. Мы... изучаем себя, мы делаем следование себя, мы делаем запрос себе. И это уже, that is already, when we're doing this inquiry, this self-reflection, что происходит, мы сразу ищем внутри район, что мы еще не знаем, и отпускаем то, что мы знаем. Мы отпускаем как-то, bye-bye. Я думал, что я такой, но я вернусь на коврик каждый день, чтобы найти... На самом деле, как я. I thought I was like this, but we'd return to the yoga mat
to our yoga practice, to our breathing, to our pranayama, to return to that idea, that feeling, at the idea, at the ashushenye, to что есть что-то больше, чем что я знаю. Есть гораздо больше, чем что я знаю. И это называется то, что я не знаю. Привет, Катя. И это наша медитация. Это практика, это медитация. Это медитация, это практика. Это отпустить, let go, отпустить, let go. Как на пранаяме. Вдох, отпустить, let go. Вдох, отпустить. Мы взяли кислорода, отпускаем углекислый газ. Мы отпускаем то, что нам не нужно. Когда мы делаем расследование, мы изучаем, делаем запрос себе. Я сделаю исследование себя. Мы отпускаем то, что мы, как это называется, attachment, зависимость, или давай как-то найдем attachment. Это не зависимость. Это привязанность. Отпускаем то, что мы... Это момент мы начинаем расследовать. Мы отпускаем наши привязанности к человеку, в практике, то, что мы уже знаем. И наша практика начинается быть то, что мы не знаем. Потому что то, что мы не знаем, она настолько огромная категория, что она бесконечна. И там очень легко вдохновляться. Потому что там есть столько много вещей, где мы можем восхищаться. Потому что мы даже не знаем, что не существует пока в этот момент. Восхищаться – fascinated. Fascinated. Прикинь, если ты живешь жизнь как ребенок. Не как глупый и, like, not like temper tantrums, где ты как-то психуешь, но где ты просто смотришь на штуку, и ты как, это, ну прямо это так интересно. Откуда это пришло? Запах, рот. Не положите рот, это как-то коронавирус. Надо быть аккуратным ротом. Ну вот, это как-то... This is our practice of letting go of attachment. Это наша медитация. И это что медитация? Вы медитировали? Have you meditated? Это что медитация? Мы сидим. Мы наблюдаем, как мы чувствуем. Мы наблюдаем на наши мысли. So we sit. And we observe how we feel. We observe our thoughts. И когда мы наблюдаем, that moment of observation, to observe, we must let go. Чтобы наблюдать, нам нужно отпустить. Отпустить. Нам нужно отпустить. We have to let go to see it clearly. Чтобы видеть что-то ясно, нам нужно отпустить это, чтобы видеть ее. Эту привязанность отпускаем. И вообще мы отпускаем эту привязанность даже что-то знать. Ну как-то момент мы знаем что-то, мы как-то начинаем как-то знать, что он не прав, и отказаться от его, и как-то отказаться от что возможно. Отказаться, как ребенок, которому все интересно. Да. Отказаться от что возможно. И что возможно, это как-то не ограничено. Я знаю, что это уже начинает звучать, как будто бы я йог. Извините. Но это факт. То, что мы не знаем, что мы не знаем, она не, это без ограничения. Она огромная. Что возможно, она без ограничения. И мы даже не знаем. И когда мы привязываемся, я это знаю, это как вещи есть, мы ограничиваем себя. Наша медитация — это отпустить нашу привязанность, думать, мыслить, доверять что-то, что мы уже знаем. Медитация — это практика не сдать. Your meditation. Meditation is the practice. Like Buddha. Like Buddha. It's the practice of not knowing. Это практика
незнание. It's the practice of not knowing. Есть несколько разные философии. Мы можем посмотреть на несколько разных философий. Юнг, Фройд, греческий. Как называется стоицизм? Стоик. Стоик. Стоял. Стоик. Стоицизм. Стоицизм. И здесь, в этом философии, объясняю так. Есть такое классное слово на английском. Temperance. Temperance. Умеренность на русском. Давай услышим. Умеренность. Умеренность. Яндекс Translate сказала. Умеренность. Сдержаться. Воздержанно. Я могу научиться. Спасибо. Я могу научиться умеренность. Поэтому это моя практика. Привет, Олесь, я так рад видеть тебя. Привет, Эльвина. Привет, Даниэла. Умеренность. Иногда просто надо сказать пауза, temperance. Take a pause. 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 Такой стол, такой сатвик, такой как-то ровно веса ум. Pause. Pause. Остановитесь. Stop. Let go. Stop. Есть еще одно хорошее слово на английском. Restrain. Сдерживать. Это сдерживать. Сдерживать себя. Я могу делать это больше. Я узнаю какую-то информацию. Сдерживать. Дай мне, чтобы моя нервная система могла успокоиться. Чтобы я мог отпустить это. Чтобы я мог видеть все ясно. Моя медитация. Мне кто-то сказал на мой день рождения, я делился с этим историей раньше. Somebody told me on my birthday. Они делали human design на меня. И когда она делала human design на меня, ну, для моего день рождения, как подарок, она сказала, so somebody did human design on my birthday for me in August, and they said to me, приветик, Даниэл. Она сказала мне, Лоренс, ты очень эмоциональна. Ну, мы все это знаем. Ты получишь, у тебя есть как-то огромный как-то подъем, ты так вообще excited, пробужден, и ты как-то можешь быть очень низко. А тебе нужно как-то, когда это происходит, или когда это происходит, тебе нужно как-то pause и вернуться сюда. Сдерживать. Я начинал практиковать это в августе. Моя жизнь менялась. Такой маленький ключик менялся. Иногда надо сдерживать. Иногда надо найти внутри это качество умеренность. Мы живем нашей жизнью на такое горизонтальное plane, на такой горизонтальной, двигается. Смотрите, вот моя бывший, вот моя прошлом, вот моя будущее. Но когда мы видим это, когда мы возьмем момент, мы видим, я здесь стою, это где я был, это куда я иду, если я иду, куда я иду, ну, ощущение, как я был, тогда я буду идти, куда я был. Понятно? Если мы хотим повторять, это классно, но как-то мы двигаемся от прошлого до будущего, от прошлого до будущего, и когда мы двигаемся от прошлого до будущего, если мы делаем тоже одинаковое, или наше как-то подсознание не менялось, мы не простили, мы не строили ритуалы, мы не добавляли какое-то значение, что важно нам, тогда мы просто повторяем это, даже если мы сидим дома. Ну, как-то обстоятельства менялись, сидим дома, но как-то то же самое ощущение, то же самое нет любви, то же самое нету работы. Или есть работа, но не то работа, что я хотел. И иногда просто нужно pause, temperance. Умеренность.
Потому что в этом умеренность, что происходит, возможность слушать. Медитация, йогой занимаемся, кушаем хорошо, читаем книги, разговариваем с друзьями, положим телефон, не разговариваем с никого. Почему? Потому что мы начинаем нырять внутри то, что мы не знаем, мы знаем. То, что мы не знаем, мы не знаем. Что мы не знаем, гораздо более важно, чем что мы знаем. Это как разговаривать, что ваша правая полушария, она гораздо более важна, чем твоя левая полушария. Но они оба нужны. Они оба поддерживают друг друга. Но наша возможность, наша жизнь становится яркая, когда? Когда мы можем фантазировать внутри, что мы не знаем, мы не знаем. Что возможно? Что еще возможно? Неважно, кто ты. Или какой успех. No matter what kind of success or what kind of like life you live, what you don't know is so much more full of life and vital and... Hello, Tanya. Hello, Tatiana. Ну, иногда надо сдерживаться. Нет. Не буду кушать после этого времени. Потому что я хочу знать, что я не знаю про голодание. Нет. Я буду задерживать дыхание, потому что я хочу знать, что я не знаю. Нет, я только буду делать, что мне нужно делать, и скажу ему или ей нет. Мне нужно время для себя сейчас, даже если мы живем вместе. Почему? Потому что тогда мы можем делать это следование. Мы можем идти внутри себя. Inquiry. Расследование. Inquiry. Иногда это нужно, какие границы. У нас есть опция. Это, мне кажется, самое важное здесь. Это как практика, наша опция, чтобы иногда просто пауза. Пауз. Пауз. Сдерживаться. И за это ответственность, когда мы это не делаем. Потому что иногда мы это не делаем. Пару раз сегодня уже я это не делал. Я понимаю для меня, как это сложно. Я должен как-то передвигаться. Но через эту практику, что мы начинаем узнавать, когда мы отпускаем, through this practice, as we're letting go, эта мудрость через опыт, что появляется, эта мудрость, что появляется, это что нам не нужно ничего. И это ничегочество, nothingness, that's what I like to call it, ничегочество, это пустой холст. It is a blank canvas. Когда у нас есть пустой холст, мы можем рисовать то, что мы хотим. Будда. Или просто как-то надо вам показать расписание, как я делаю каждый день. Каждый день у меня есть пустой холст. Каждый день я делаю это, эти как-то постеры, эти афиши, мои расписания завтра. Пустой холст. Целый день полностью возможностей. Ваша жизнь. Сейчас. Пауз. Полностью возможностей. Все, что было, было. Ну, не существует больше. Ну, не сейчас, по крайней мере. Не в этот моменте. Правда? И потом, что мы начинаем делать, это классно, когда наш холст пусты. Мы добавляем аккуратно. Когда есть бардак, мы как-то... Ну, как-то... Когда есть бардак... А когда пустой холст, когда мы делаем decluttering. Помнишь, мы говорили про decluttering вчера, позавчера? Называли это избавиться, избавляться. И потом мы добавляем, we add, добавлять, add, добавлять, add. Мы добавляем аккуратно, аккуратно добавляем. То, что мы хотим, да. То, что мы не хотим, нет. Ты знаешь, говорят,
баланс, равновесие, баланс – это когда ничего осталось убирать. When there is nothing left to take away. Убирать, take away. Когда ничего осталось убирать. Привет, Рома. Привет, Ирина. Привет, Елена. Привет, Саша. Когда нету что убирать больше, баланс. Сдерживать себя, отреагировать. So, restrain yourself from reacting. Потому что эта реакция, это может быть страх или нервы очень часто. Just restrain. Как практика, pause. Не надо реагировать, надо как-то видеть ясность. Видеть ясность. И когда мы не видим ясность, надо видеть ясность. Надо как-то ждать и знать, что ясность не живет здесь. Раджасик не живет здесь. Тамасик живет сатвиком. Какие практики у нас есть, например? Ну, я могу только вам показывать и делиться, что я делаю с вами и что я делаю сам. So, what kind of practices do you have? And like, what I'm going to do here is I'm just going to share with you an example of what I do, my practices that I do with you. Я стою утром. Хочется поднимать телефон. Вдох, выдох. Вдох, выдох. Я сдерживаюсь от телефона, я дышу. Делаемое дыхание. Какая-то медитация. Сдерживаешь от телефона, от кушать, от кофе. Хочется все сразу. Сдерживаюсь. Пару минут медитация. Сдерживаюсь от хочется двигаться вперед. Читаю 10 минут. Иногда это 15 минут, потому что просто вау, как-то забываю. Но сдерживаюсь от... Потом иду вниз. Чистить зубы. Сдерживаюсь от делать что-то другое, потому что я знаю как-то А, Б, С, Д. 4 штуки, что я... Это мои ритуалы. Может быть, даже душ. Это классно, уже чисто, уже как-то... Я сдерживаюсь от двигаться вперед, и я делаю мои ритуалы, они ценные для меня, потому что они подготовка для этот разговор. Они подготовка для быть готовы для вас. Это ценно для меня. Моя практика, мой разговор с вами, это ценно мне, потому что я могу служить, я могу репетиции делать, ну как-то разговаривать про такие темы. Это важно мне. И заниматься, быть готов. У меня есть план. Даже делать план, это часть моего плана. So, even sitting down and making a plan is also, молодец, Ася, is also part сдерживать, умеренность. Мне нужно как-то сесть и делать план. Это не очень весело. Что весело пережить план, ну как-то делать план, не хочется. Мой день лучше, где можно прочитать про ритуалы подробнее. Надо подумать, я подумаю. Я думаю, что в этом случае ритуалы, они что-то, что мы создаем. Что-то, что повторяется, но не просто рутина. Что-то, что повторяется, и мы добавляем значение. Мы добавляем что-то от нас. So we add. We add meaning, ценность. Ну, как-то мы все это видим. Как-то люди в йога-зале. Горячий йога-зал с телефонами. С телефонами! Ну, как-то не может избавиться и вот эта привязанность. Они на горячем йога-зале. Горячем йога-зале. 40 градусов, 40% влажность, все потное, мокрое как-то воздух, воздух, the air is wet. С телефонами. Видишь, как избавиться? Declutter. Видишь, как чистый холст? Видите, как это будет нам помогать? Сдерживаться. Вот смотри.
Окей, okay, вот такой, мы закончим с этим. Давай закончим с этим. Будем играть эту игру. Я играю игры с собой. I play these games with myself sometimes. Через 5 лет, in 5 years, как длинные мои волосы будут? Ну, как-то стараюсь, правда, стараюсь. Через 5 лет, через, like, 5 years, right? Через 5 лет, если я смотрю, если я буду практиковать temperance, practice temperance in 5 years, если я буду практиковать умеренность, если я буду практиковать сдерживать себя, если я не прыгаю, но я pause, кто я буду? Что я создаю? Что я создал? Что я принес в мир? Что я добавлял? What did I add to the world? What did I create? What kind of focus did I sharpen? Какой острый фокус у меня будет? Может быть, мне не нужно как-то идти как-то в какое-то социальное как-то место сейчас. Может быть, мне нужно просто расследовать себя. Изучать себя. Заниматься собой. Ну, как-то каждая религия, ну, еврейская религия, шаббат. Как-то пятницу нельзя использовать свет, нельзя работать, нельзя писать. Целый день, ну, как-то... Воскресенье! Знаешь, что классно было, когда я был в Канаде, когда я был маленький? Ну, как-то это закончилось, когда я уже был 8 лет. Значит, типа как 32 года назад, я помню, так было. Я вам сейчас скажу. In Canada, in Ontario, мой province, что было воскресенье, все было закрыто. Я помню это. Sunday, ничего было открыто. Это было как сейчас. Дороги были пустые, магазины были закрыты. Это было 32 года назад. И потом я помню, когда это все изменилось, мы все радовались. Радовались. Встретиться с собой. Класс. Спасибо. И мы были как все открыто. И сейчас как-то 32 года, и мы не помним, как было, когда все было закрыто. Ну, как сейчас. Less is more. Меньше это больше. И это не легко. Я не говорю, что это легко, это практика. Сдерживаться от этого шоколадный торт, когда ты на ты решил, я не буду сахар кушать, или углеводы, или после 11. Temperance. Сдерживаться. Умеренность. И когда ты начинаешь, я закончу с этим, потому что надо двигаться вперед, когда ты начинаешь идти внутри себя, встречаешься со собой, исследуешь, делаешь расследование, что открывается тебе через этот как-то, не что ты знаешь, но то, что ты не знаешь, этот бесконечный мир, это infinity, это бесконечность, это бесконечность, я знаю, что это звучит как йог, извини, но когда мы отпускаем то, что мы знаем, что мы встречаем, это то, что мы не знали раньше. И это вдохновляет. Умеренность. Это позволяет нам снова мерить что-то. Когда мы меряем что-то, мы можем ее управлять. That which you measure, you can manage. И я вам говорю это, потому что я хочу, чтобы вы были те, кто создаватели. Be creators, not consumers. Не те, кто употребляет контента бесконечно. Будьте те, кто делает контента, помогают, чтобы как-то наши мысли были меньше на новости и больше на что мы делаем сейчас. Вот еще идея. Быть сдержанным своей сдержанности, чтобы не переходило в контроль. I don't know, я не понимаю это. Слишком много больших слов для меня. Окей, мы делаем Urban Yoga прямо сейчас. Спасибо вам. Сегодня наша тема была сдержанность, была умеренность, была take a pause. И сейчас мы двигаемся внутри нашей практики. Я сейчас завершу этот, раздеваю эту рубашку, одену новую рубашку, и практика начинается. So I'll see you soon.
Lawrence J on the YouTube channel. Одна слово, one word. LawrenceJay. Okay, very soon. Right back. Сейчас увидимся. Пока-пока.